Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывает о том, что государство делает для участников СВО. Они могут получить страховую выплату в случае увечья или заболевания, полученного во время службы и в течение года после увольнения. Если установлена инвалидность первой группы – 2 348 797 рублей, второй группы – 1 565 864 рубля, третьей группы – 782 932 рубля. Также в телеграм-канале указано, какие для этого нужно предоставить документы и куда. Администрация промышленного района Самары приглашает жителей города принять участие в опросе «Новая жизнь старой Самары». Старому центру присвоен статус исторического поселения. Это решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра. В настоящее время разрабатывается концепция развития исторического поселения. Этот документ должен задать стратегию развития территории с точки зрения функционального наполнения пространства и раскрыть точки роста для привлечения инвесторов. Одной из составляющих работы над концепцией является исследование мнения горожан. Для того, чтобы узнать, в каком направлении должен развиваться исторический центр города и каким функционалом обладать, проводится опрос жителей. Заполнить анкету можно до 19 ноября по ссылке, указанной на страничке телеграм-канала промышленного района. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.